Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду делать обрезку вот такому кустику метельчатой гортензии ранней гари. Этот кустик гортензии уже достаточно взрослый. Покупала я его из питомника. Он уже цвел. То есть обрезку я здесь не делала. Цвел он не очень пышно. Вот такие тоненькие у него побеги. Конечно, в питомнике его особо никто там не обрезал. Поэтому сейчас необходимо сделать ему такую хорошую обрезку. Тем более почки у него уже начали набухать. Сейчас я возьму побольше секатор. Здесь появился нулевой побег. Нулевой – это который в нижних самых почках, которые под землей, почки просыпаются, и они называются нулевыми побегами. Из нулевых побегов можно формировать штамбы. Ну, это я отвлеклась. Вот здесь в самом низу вот есть, сейчас я вам покажу, вот такие маленькие здесь почечки внизу. Видите? Такие. И я, скорее всего, сейчас на них обрежу. Потому что вот если взять чуть выше, здесь побег начал образовываться в прошлое лето, но и он как-то заснул. То есть мне он такой не нужен. То есть я буду обрезать сейчас вот на эти нижние почки. Вот так. 5 миллиметров над почками режем и потом замажем. Так, это первый мы побег обрезали. Следующее. Что здесь? Вот здесь. Так. Здесь побег прошлого года очень тоненький. Ну и позапрошлого года тоже он тонкий. Поэтому я буду делать обрезку вот на эти почечки, вот внизу. 5 миллиметров от почек. Так, что здесь у нас? Здесь вот на вот этом старом стволике я не вижу никаких почек. То есть вот только почечки вот здесь. Это тоже на позапрошлом побеге. Вот эти. Сейчас я на них и обрежу. Так. И у меня остается тогда вот эта веточка. Ну, тоже так же придется ее обрезать. Вот на эти, вот внизу вот эти почечки. Потому что вот совсем тоненькие верхние побеги прошлого года. Здесь тоже не очень толстенькая. Вот здесь почки хорошие, но лучше я обрежу пониже. А может быть даже, знаете, как обрежу? Вот не на самые нижние, вот на эти, чтобы выровнять кустик. Чтобы он такой был компактный, ровненький. Так вот раз. Все. А, вот еще здесь пенечек. Вот здесь пенечек. Не очень удачный. Мне кажется, он ненужный совершенно. Тоненький. Сейчас я его вообще в ноль обрежу. Как мне подъехать к нему? Так вот, наверное, ножничками я его. Так. Вот так. Все, в ноль его обрезали. Сейчас все замажу лаком, бальзамом, искусственная кора, все срезы. И когда он будет у меня уже хорошенький расти, я вам обязательно покажу, что получилось после нашей обрезки. Всего доброго, спасибо вам за просмотр видео и до встречи.